Ресторан – это живой организм. Здесь мы не останавливаемся ни на минуту. На самом деле иногда кажется, что ты работаешь 24 часа в сутки. Это абсолютно нормально, когда ты любишь свое дело. Существует множество факторов успеха ресторана, и можно до бесконечности их перечислять, но самые главные, основные, на мой взгляд, это кухня, это обслуживание и это атмосфера. Правильный выбор продуктов зависит от сырья, которым ты хочешь работать на производстве. Каждый четверг у нас приходит свежий морепродукт. Допустим, может быть дикий пагр, может быть ред снейпер, может быть глубоководный снейпер. Ту рыбу, которую гостям интересно и показать визуально, и раскрыть им новый вкус. Мы смотрим качество. Это цвет, обязательно пробуем вкус. То есть вкус должен быть у продукта выраженный, яркий, четкий. Также мы используем нашу российскую рыбу, это черноморскую барабульку, черноморский колкан, черноморские мидии, которые готовим в соусе blue cheese или в соусе белое вино. Из мяса мы используем фермерский продукт. Как рождается блюдо? То есть мы берем основной продукт, затем делаем небольшую зарисовку на бумаге, куда пойдет соус, гарнир, какой будет гарнир. То есть делаем сочетание так, чтобы сочетались все продукты. Самое важное, наверное, в ресторане, то есть это в первую очередь команда. Это первый успех ресторана. Мы собирали нашу коллекцию для того, чтобы учесть все ваши пожелания, ваше настроение, ваши возможности. Приходя к нам в ресторан, вы можете быть уверены в том, что вы всегда получите вкусную еду и бокал хорошего качественного вина. Вина, которого вы, может быть, никогда не пробовали, вы можете попробовать это у нас. Мы с каждым днем все больше и больше изучаем вкус и потребность наших гостей. И начинаем играть со вкусами. Просто приходите и попробуйте. Вы сами поймете, что мы не стоим на месте, даем вам новые вкусы, даем вам новый продукт. И мы творим и делаем это для вас. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do.